Вау, тебе так идет эта форма, вы только посмотрите, так круто, и это все из скотча. Всем привет, вы смотрите Вики Шоу, и сегодня у нас скотч челлендж. Мы будем делать подарки для своих подписчиков. Да, и подарки мы будем делать не из обычного скотча, как вы могли подумать, а у нас есть специальные наборы вот с таким вот разноцветным скотчем, из которых мы сделаем разные украшения. Давай, Вик, сначала посмотрим, что есть в этих наборах. Ух ты, дай-ка, что ты на мой смотришь, открывай свой. И что мы сможем сделать? Сейчас самое... нет, не круче. Самое главное, смотрите, сколько здесь скотча. Раз. Ух ты. Ой. Два. Вот такие вот разные аксессуары, которые мы сможем украсить. Вау, а это для чего? Делать как там их сумочку. Сумочку, делать. Да, а вот это точно для сережек. Ну что, давай выбирать, что сделаем. Первая сумочка. Сумочку? Да. Самую первую? Да. Мне кажется, можно даже ботинки украсить. Вот. Вот она, сумочка. Ну, Вика, мне кажется, это надо оставить напоследок, потому что это самое сложное, самое трудоемкое. Итак, мы с Викой решили, что будем делать сережки. Вот, смотрите, у нас здесь вот такой вот есть трафарет. И можно выбрать любую форму сережек. Тебе какая больше нравится? Это ромбик и сердечко, и звездочка, и любовь. И в общем, все подряд, да? Да, вот это. Ромбик, как и будешь бриллиант, вернее не ты, а мы это подарим нашим подписчикам. Мы очень часто встречаем наших подписчиков, мы любим с вами разговаривать, фотографироваться, и нам тоже хочется сделать вам что-то приятное. Поэтому первые подписчики, которые мы встретим, там завтра, послезавтра, в ближайшие дни, мы будем дарить эти подарки, которые сделаем именно сегодня. Это у нас специальная бумага, которой не приклеивается скотч. Теперь нужно выбрать цвет наших сережек. Какие цвета у меня будут? А я выберу розовый и зеленый. Это какой-то специальный скотч. Ой. Нам ножницы не нужны, он просто, Вика, вот так обрывается. Вот примерно столько. Чик! Все, смотрите, я уже оторвала. Вика, что-то... Фейл. И приклеиваю вот сюда на специальную бумагу, вот так. Можно не вынуть? Угу. Я тебе помогу? Ладно. Вот так вот рядышком приклеиваешь. А почему на него? А сейчас поймешь. И здесь делай то же самое. Еще два таких куска приклей. Или можешь использовать другой цвет. У тебя с одной стороны будет один цвет, с другой стороны другой. Кто-нибудь может подумать, что из этого получится бижутерия? Вы где-нибудь видели такое? Сейчас помогу. Так, а у Вики вот такой вот декор. Розовый. Вот, Вика, посерединке. Кому же достанется сережки в виде бриллианта от Вики Шоу? Вот это кому-то повезет. Вика, ответственный момент. Отлепляем. Зачем? Так как у нас бумага специальная, она здесь такая гладенькая-гладенькая. А ты мне приклеила их друг на друга. Приклеиваем. Вот отсюда. Ты переживаешь? Я не буду смотреть. Все, вроде хорошо. Есть! Во, все, посмотрите. Можно? Вау, сейчас поможем. Все. Здесь то же самое, отклеиваем. Но это не красота. Это все отрежется. Вау, Вика, у тебя какие-то звездные будут сережки. Показывай, что получилось. Вот. Класс. Как же эти. Я насмотрелась на Вику и тоже сделаю вот такую вот красивую леопардовую полосочку. Обводим самый ответственный момент. Ой. Не очень легко. Так. Ой, приклеилась. И ты что, и вторая? Я на трафарете рисую, куда обвожу. Мы вырезаем наши украшения. У Вики действительно получились настоящие бриллианты. Так здорово. Мне, обычно, Вика, их делают маленькие. Мне твои больше нравятся, а мне вот такие вот сердечки. Мама, а как мы их на уши прилепим? Лепить их мы их не будем. Мы сначала здесь сделаем дырочку, вот сюда. Да, не бойся. Потом проденем крючок, и все, сережки будут готовы. Самое главное, аккуратно сделать.
проделать отверстие, потому что можно промахнуться. Страшно. Ничего не видно. Что, ни пух, ни пера? Проделываем отверстие. Все замерли. Ну что там получилось? Вау, классно. Где? Yes, я думала... Сейчас это все уберем. Вот. Такое отверстие. Моя очередь. Так, Вик, ты мне доверяешь? Да. И? Yes. Ну, Вики проще. Здорово. Самый заключительный момент. Цепляем наши крючки на сами сережки. Вика, держи. Вот так. Та-дам! Вау! А я думала, вот так. Можно я примерю? Мне так они нравятся, это что-то. Мои примеры. Хорошо? Та-дам! Можно я тебе? Можно, пожалуйста? Давай. Ну как? Ну-ка, покажись. Yes, супер. Что скажете? Вико, мне твои больше нравятся, чем мои. Я не могу, Вика в образе. Все, она надела свои сережки, я надела свои. Вот такая у нас красота получилась. Надеюсь, вам понравится. Покажи еще раз. Ну, просто потрясающе. О. Ну что, что будем делать следующее? Сумочку, сумочку. Нет, сумочку на потом оставим. Очки. Давай. Очки? Да. Или браслет? Нет, давайте очки. Точно? Да. Очки. А потом браслет, а потом сумочку. У нас есть такая основа, недоделанные очечки. Ну-ка. И шайба. Ух ты, какая шайба. Клюшка и шайба. Клюшка. Так, Вика, ну давай, какого цвета будут очки наши? Вика, я обматываю сами очки, а ты обматывай дужки. Чем? Выбирай любой цвет, какой хочешь. Вот полосатый будет. Очень вот этот? Да. О, такие будут у нас пестрые очки. Ну как, подходит? Да. Так. Начнем. Вот что мы сделали. Наши гламурные очки почти готовы. Осталось приделать вот эти вот дужки. Момент истины. И сейчас ты у нас... Держи. Все затаили дыхание. И... Вау! Ты мадам Баттерфляй. Баттерфляй? Держится? Ну-ка, посмотри на меня. Вау, тебе так идет эта форма, вы только посмотрите. Так круто, и это все из скотча. И причем нашими руками. Что? Зеркало. Ты хочешь зеркало, я знаю. Мам, давай теперь браслет делать. Да, давай, где он? Вот. О, лежит как скотч. Так, каким цветом? Вот этим будем отматывать. Фиолетом. Давай обматывай и еще, наверное, украсим опять. Еще красивый цвет розовый, блестящий. И бриллиантами можно. И да, кстати, у нас есть вот такие вот украшения. Папа называет их бриллиантами. Тоже наклеим. Так, у нас уже получилось вот так вот. Держи. И наклеим еще раз гепарда. Это будет прекрасный набор к этим сережкам. И самый интересный момент, будем приклеивать бриллианты. А как? У них же сзади липучек нет. А липучки идут сейчас где они были? Вот такая вот непонятная полоска. И здесь где-то кроются липучки. Вот они, смотри, Вик. Ух ты. Здесь тромбик. Слушай, какой-то такой рокерский браслет получается, да? Сюда приклеивай. Класс, вот это да. Таких браслетов точно нигде не найдешь. А давай знаешь, как да? У нас будет? Смотри, два ромбика здесь, да. Один кружок. Да. Два ромбика здесь, да. Один кружок. Да. Давай быстренько сделаем. Круто. Ну что, к чему образу он больше подойдет? К Викиному или к моему? Давай, к Вике померь. Кстати, он сочетается и с моими очками, сережками тоже, и с Викиными вот этими бриллиантами. Давай, подожди, не так, я тебе помогу. Вот так вот. Та-дам! Класс! Мне кажется, там что-то не хватает. О, я знаю, Вика, тебе... Говори. Мама, мне же не хватает сумочки. Сейчас мы попробуем ее сделать, но это, Вика, очень сложная задача. И долго. Да, но мы, ребята, ради вас готовы сделать все, что угодно. Вот будем. Кому-то повезет, сумочку подарим. Сумочка из скотча от Вики Шоу. Да, что? Ты зачем уже 4 раза говорила? Все ради подписчиков.
Это пятый раз. Да, и еще могу сказать 10-й, 20-й, 31-й и так далее. 1 миллион раз ты еще должна сказать. Вика, да, у нас 1,5 миллиона подписчиков, как это много. Вот из этого мы будем делать нашу сумочку из скотча, Вика. Давай определимся. Из салфетки, она же порвется. Нет, не порвется, это очень какая-то специально плотная ткань. Давай определимся с цветами, какие мы еще не использовали. Мне очень нравится бирюзовый. Этот не использовали. И вот этот. Этот и вот этот не использовали. Ой, желтый тоже классный. Начнем обклеивать нашу салфетку, как ты сказала. Так, Вика, распрями, пожалуйста, вот эту салфеточку. Да, натяни, молодец. И я буду наклеивать. Я не знаю, что из этого получится. Ой, как это сложно и страшно делать в первый раз. Есть. Наклеиваем ровненько, чтобы было. Ой. Страшно. Красота. А вообще выглядит очень красиво и ярко. Та-дам! И еще, Вика, предлагаю приклеить какие-нибудь декоративные тоже скотчи. Смотри, смотри, как здорово. А? Или вот сюда? Да, да, да. Вот так вот? Да, по центру. Рона? Да. Класс, Вика. И вот сюда давай что-нибудь еще. Вот черный вообще не использовали. Черный как-то некрасивый. Я не люблю черный цвет. Ты любишь черный цвет? Нет, но у нас в подготовишке одна девочка любила черный. А что она с ним делала? Она им рисовала. Я только люблю черную машину. О, я тоже. Ну, пока это на сумочку не похоже вообще, что это там зебра у вас. Вы сомневаетесь, что, у нас получится сумка? Ну, я это какая-то дорога цветная. Точно. Ну что, переворачиваем. Главное сейчас отлепить от стола скотч. Что-то я вот это не предусмотрела. Вика, помогай. Помогаю. Ой. А! Сумочку чуть не порвали. С другой стороны надо. Все, отклеили. И теперь вот эти вот концы завернем. Я так и знала, что ты их сюда сделаешь. Давай, с другой стороны. Все равно не похоже на сумочку. Папа, ты все еще сомневаешься? Я всегда в начале ролика сомневаюсь, а в конце у вас всегда все получается. Но сейчас я сомневаюсь больше всех. Так, а что дальше-то делать? Вот именно. А, вот так. Уже вырисовывается красота. Мама, ну мы будем сюда класть вещи, но у нас же будет из этих дырок выпадать. Поэтому нужно заклеить нашу сумочку. Здесь края сейчас быстренько заклеим. Вот так, чтобы получился полноценный кармашек. Все, заклеили края. Сейчас спрячем вот этот вот беспорядок. Эй! Вика, ты что там делаешь? Ничего. Что-то ты там задумала. Брат, усатый дядька. Слушай, так еще ровно получилось, а тебе идет. Смотрите, наша сумочка почти готова. Даже внутри она выглядит классно. Туда можно и браслетик положить, и очки. Да, такой вот клатч. Я не могу. Все, Вика теперь не отклеит. Сейчас все волосики поотрываешь. Все, нам осталось. Вика, нам осталось украсить сумочку и приделать цепочку, и все готово. Вика, теперь нам нужно приделать цепочку. А как? Уже зебра. Когда успеваешь менять? Смотри. Вот, я специально сделала такие вот крючочки. Продеваем. Вот так вот. Это невозможно. И вот сюда опять же приклеим скотчем. Давай сюда кусочек скотча. Вика не может справиться со скотчем. Вика, на тебя сегодня давай. Скотч нападает. Дай кусочек, отрезай. Есть. Еще чуть-чуть, и наша сумочка готова. Бантик, Вика, где он будет? Или здесь краешку, или вот тут? Вот тут, да-да-да. Кстати, бантик тоже весь из скотча. Держи. Да. Вот так держи. А я пока помогу приклеить скотч. О, тут уже все готово. Здесь загнули. Так, вот тут у нас будет заклеиваться в этой части. Ну как он тогда откроется? Сейчас, покажу. И чтобы открыть сумочку,
Смотрите. Та-дам! Вот такой будет замочек. Да. И быстренько украсим и покажем нашу сумочку. Сюда в серединке и два камешка сюда. У тебя получается? Да. Так, смотри, куда я приклеивал. Давай сюда же на уровне. Сможешь? Вниз? Вот сюда. Нет, нет. Ну или вот сюда вниз, куда хочешь. Чтобы симметрично было главное. Да? Вот так. Угу. А я рядышком. Угу. О, это что-то. А еще. Вот, да. Вот здесь вот, вот, вот здесь вот кружочек. Хочешь? Да. Давай. Хочу, не надо. Давай с другой стороны быстренько. Есть? Спасибо. Так. Вика, ну что, показывай свое произведение искусства. Ты прям вся в образе. Я, короче, сумки вообще не видела. Открывай, у тебя же там что-то еще лежит? Ну, конечно. О-о-о. Что? Деньги? А, пришмякнутые очки. Не пришмякнутые. Слушайте, ну больше всего мне понравилась сумка. Это нечто просто. Эту сумочку мы подарили самому лучшему подписчику. Это точно. Класс. Ребята, пишите в комментариях, какое украшение вам понравилось больше всего. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока. Пойду выгулю мою сумочку. Дай. Это же не собачка, ее выгуливать. Ну, вообще-то модные вещи всегда выгуливают. Ну да.